Да, я знаю, что вы соскучились по сериалу, но также вы орали в комментариях, что соскучились по одной очень важной части, которая сегодня в начале прозвучит. Да, заставка. Мы все исправили. Это мало того, что 4К, так еще и с заставкой. Ура, ура! Спасибо нашей подписчице, которая скинула нам все в замечательном качестве. Какая она умничка. Спасибо ей большое. Все, ребят, смотрим. Поем. Подожди, на чем мы остановились-то? В прошлой серии я уже забыл. А, это... Фобос знает, да, да, сестра. Да, все. Звезда трибухи, все. Трибухи. Все, поем, поем. Подвозный нам и пламя, и вода, и воздух. И молвы, и хоть и бой. Открыть в себе таланты никогда не поздно. Мы идти готовы в бой. Беги, злодей, у нас одна команда, мы сильны, дружны, не дрогнет рука. Звери ждут наш миг, а зло, а зло, а зло, крепка. Ну не кайф же, кайф. Да не, заставка крутая. Заставка офигенная, песня вообще. Жалко, огонь. Мы, конечно. Но ничего страшного. Пропустили. Да ладно, мы еще каждый раз его будем видеть. Наш второй сезон. Землю спасти. Чародейки. Явление принцессы. О, они что, проспойлерили нам? Получается, типа, она придет на Меридиан. Ну да. Она же принцесса. Ну да. И она явится. Вот скоты. Нафига они сделали? Пошли в жопу, не хочу смотреть. Все, до свидания. Вот что более гадкое? Гусеница огромная или огромная змея? Да все гадко. Ты имеешь в виду Седрик или вот это вот? Нет, вот знаешь, вот на тебя ползет огромная гусеница. Вот что это с ней? Они в целом маленькие такие, все фу-фу-фу. У нее такие маленькие ножки, они все такие прилипающие, тебя обхватывают. О, да, это мерзко. Змея просто тебя окрутит и съест. Нормально. Ладно, мы земля, к этому... Земля. Земля! Змея просто страшная, а гусеница еще и противная. Да. Она еще с волосками своими этим. У нее усики такие. Да всё! Гадкая тварь. Вот почему он убегает. У нее еще изо рта льется что-то. Это... Тархун местный. Блин, везде есть навесные мосты. Я не видел ни одного приключенческого сериала, где нет навесного моста. Это прикольно, когда он рвется. Везде рвется. Нет, нет, нет. И знаешь, что самое удивительное? Когда он рвется на две половины, и человек бьется об стену с ускорением, он на нем остается, как-то вскарабкивается по кусочкам. Да. И он думает, реально? Вот, наверное, это, наверное, очень тяжело. Прикольно, Калиб такой крутой, он все время пробегает там из предыдущих серий, может спокойно на скейте подскочить и по пилону крыши проскочить. А здесь он боится, держится за эти, за веревки. Блин, может, у него боязнь высоты, мы же не знаем, какие у него фобии. Ну, раньше он высоты не боялся. Вот они не боятся. Какая классная штука! Обычно все секреции у этих насекомых находятся в заднице, а у него на груди.
То есть вот кстати. Здесь, то есть у него вот здесь железо, которое вырабатывает эту типа паутину склизкую. Наверное, это просто переросток шелкопряда какого-то. И он шелком вот так стрелял. Приятно, шелк. Уставший этот орк. Да. Опять мукой разбрасываешься. Лицо моей сестры. После стольких лет мне удалось войти к ней в доверие. Ее земное имя Элеон Браун. Элеон, да, она будет замечательной принцессой. Увы, недолго. А, этот жук все узнал, услышал. Сейчас он все сольет им. Ну, Калибу, как минимум. Так. Он хочет сделать ее принцессой, но ненадолго. Типа, чтобы девочка немножко покайфовала от власти. Получить силу её каким-либо таким, каким-то там образом. Как это работает? Нам же мы вообще нам не раскрыли, пока как он получит ее силу. Вообще, что за сила? Может, ей нужно короновать сначала. Типа, о, принцесска. Вот. А потом такой, ой, а я принцесса вообще не могу, я за политику не шарю, а ты, брат, такой хороший, возьми мою корону, и тогда сила перейдет. А так нельзя, да, просто убить ее. Если убьешь ее, то все, оно просто с ней уйдет. Ну, я думаю, что это покажет как-то. Что тут делать? Я рублю мост, раскачиваюсь, оп, и ловко попадаю прямо в открытый портал. А потом ловко едешь 10 метров носом по асфальту. О, осторожно. Извини, мистер бесстрашный герой. Я это помню. Смотри, какая вилл соска красивая. На сзади, посмотри. Блин, ты сейчас вообще не давил. Ты чё ее опять в центр ставишь? Тут сейчас момент Корнелии и Калиба. Ах да, ты я... Ты просто отрицаешь про это, что... ты Корнелия, всё. Ты просто отрицаешь то, что Калибу нравится Корнелия, и фокусируешься на Уилл. Все, ладно. Блин, вы меня поймали. Я устал сопротивляться. Да все, да. Все, да. А, да, обложка. Обложка этой серии. Вы видели, что нарисовали? А вот вы, девочки, я не понимаю, как это работает у вас в голове? Вот вы... Вы соединяете, не соединяете или соединимы? Я не понимаю. Вот я реально, я этой идеей шиперства... Вот как это работает? Мне хочется прям психологии этого момента понять. Вот же прям кайф. Ну, я обычно всегда шиперила, ну, прям канон. То есть, у меня никогда не было каких-то... Ну вот, но девочки-то же, они все шиперят, им же нормально, они такие, они всех из ЧБД все поперешиперили. Да, это ну, типа, ну, это да, ржачно. Ну это смешно, да, это смешно. Или там из импровизации. Да, фанфики пишут. Нет, это реально смешно, но мне хочется понять, ну то есть есть же девочки, которые реально такие, да. А, ладно, я знаю, кого я шиперила, этого Сулеймана Ибрагима. Так это и я шиперил. А говоришь, не шиперишь никому. Ну, да, мы смотрели просто первую серию. Год назад мы снимали реакцию. Уже все... А, не год. Одну. Да, полтора года назад. Это сколько уже было. Да. Ой, это было очень смешно. Переснимем как-нибудь, потому что исходник утерялся. Не просите, его нет. Девчонки, слышали? Ой, что это с тобой? Стандартные геройские рубцы. В общем, у Элеон есть парень. Парень? Она мне не сказала. Это случилось только что. Его зовут Брайан, он гулял с собакой, и они познакомились, когда его шпиц полез нюхать ее лодыжку. Правда трогательно? Я свои лодыжки нюхать не дам. Рада за Элеон. Она так переживала, когда бросила Марка. Сама бросила парня и переживает? Ну да, потому что нет приятеля. Что да? У нее был приятель, пока она его не бросила. Наверное, мы на Меридиане отсталые. Мы встречаемся только с теми, кто нам нравится. Так что же... Корнелия милая, правда. Вообще. Очень хороший персонаж. Трезину с нашей Корнелией. Что она сказала? Кто тянет резину с нашей Корнелией, да? Что за... А что мы тянем?
хорошо там такое. Он забирает у нас жизненную силу. Так ты не слышала? Говорят, принцесса наш Вась может все наши беды позади. Ради моих детей надеюсь, что это правда. Есть повод? Хорошо. Надо пир. Резать еда. Ну, в целом, как бы да. Ну, можно и как обувь носить. Смотри, это реально удобная штука, они ее приспособят. А знаешь, раньше давили ведь виноград и вино ногами. Я знаю, да. Конечно, ты же из Армении. Не, вот. Я не так не делаю. Ну, ладно. А как вы там руками мне? Ну, это там не же, там армянская же фишка. Ну, это скорее итальянская фишка. Итальянская фишка. Не надо фишка. Нам это приписывать. Это ну, опять скажешь, что мы себе все присвоили. Ну, вдруг вы первые решили давить вино нет, ногами? Нет. Нет? Нет. Нет? Нет. Стоп, спорим, что вы первые начали все делать. Короче, все. Я говорю к тому, что их можно тоже приспособить. Они могут так вот колбасу, салат нарезать, вот так ногами ходить. Хорошо, какой ты находчивый. Ты злая, да? Да. Ты злая, да? Да. Да, все, сиди. Докапываешься до Армении. Ты хорошая Армения, скоро полетим туда. Стражник Ватек покинул замок. Стражники еще и патрулируют город. Он оставил свой меч и щит, но взял еды на сутки. Итак, Ватек... Как это классно! Блин, я не знаю, что сказать, мне просто... Куча эмоций. Сам очень нравится. Ладно, включай. Да нет, все. Давайте мы просто поймали хорошее настроение. Которого мы искали. Именно. Он передаст услышанное противнику. Стражницы не должны узнать, в чем наша цель, пока я не захвачу принцессу. Терпение, Седрик. Ваток неуклюж и медлителен. Проследи за ним. Возьми Ларвика. А что, они уже знают, что Ватек предатель, да? Ну, догадывается, уже сколько подозревали его. Ну, да. Блин, Фобос вообще нормально, со всеми душ принимает. Ему вообще да. не страшно. Вот этот... Хрень там торчит. С вот этими вот прилипалами. Хотя, наверное, это он... Это как халат, он из души выходит, и он ему кидает эту шелковую штуку, и Фобос такой, помоли, мой нежный. Ну, типа такого. Ну, Фобос выходит из воды, и он стреляет этой шелковой штукой. Да-да-да. И просто он его обматывает вокруг себя. Ну, типа как халат. Прикольно. Ну, шелковый халат. Кайф. О! Ну. Ну да, да. Угу. А я, говорит, тупой. А нет, я как бланк получается. Значит, все-таки тупой. Рубин! Свой вилька! Ура! У нас жрачки нет, ни хрена. Ты последнюю растоптал бланк. Ты такой молодец. Вот они ценят веселье превыше там этих... Там то, что нет веселья. Нет веселья, бланк такой, они готовы, все. Это же последняя еда, лучше да, сдохнуть да. веселым, чем... Да. Что, где польза больше? 100%. Бланк невиновная, бизнесмен! Ты помнишь меня? Все вы синие одинаков! Я помог Калибу сбежать из ямы. А, да, синий, но хорош. Ты наш. У меня важные вести для Калиба. Нужен портал. Да, синему везет. Бланк имеет спецпортал. Элеон, как так? Сказала Хайлин и не сказала мне? Я Хайлин первой встретила. А почему не мне первой? Дамы, что закажете? Калиб, правильно? Ты тут работаешь? Ну да, коплю деньги на борьбу с... Карисом! Его отец воинствующий дантист. Ну, что она сказала про Брайна? Я не слушал. Ты не слушал? Хватит с меня метаться с полотенцем и спрашивать кого ни попадя, не добавить ли соевого соуса. Подслушивать откровения влюбленной девчонки для меня лишнее унижение. Если... Это унижение, это интересно. Ты чё, чувак? Это интересно? Ну, нет. В смысле это... подслушивать? Ну, зачем? Зачем? В смысле подслушивать? Да в смысле подслушивать? Она же делится.
Ну, он же не с ним делится, она с Корнелией делится. Зачем его подслушивать? Стал свидетелем, интересной истории. Ничего плохого там нет. Если ты случайно стал, это одно дело. А если намеренно подслушиваешь, то это уже плохо. Ничего плохого там не вижу. Плохо. Мандариновым деревом и все запишешь, я тебя подменю. Интересно. Продажный, видишь как. Оказывается, не так уж и плохо. Ты обещал, заплачь и весь мешок показать мне портал. Хорош, ботинка. А на земле синему нужен проводник. Вот он. Изменника возьму я, а ларвика пусти звонючки. Так прикольно, Бланк на коньках по грязи едет, как по льду. Как у него это получается? Реально магическое существо. Какой ты смелый! Хорош, гусеница! С чего ты взял, болван, что измена сойдет тебе с рук? Как напряженно. Тебе не победить! Кальп повернет тебя и вернет принцессу на трон! Но лишь ты можешь сказать ему, кто она, а ты останешься здесь! Синий, за мной! Давай, быстро! За мной и возьмите ларвика. Какой милаш сразу. Мы уже очень много лет так не молчали. Да, очень напряженно было. Очень интересная напряженная сцена. Я думал, что они не последуют с ним в этот портал. Я уже думал, не может все так хорошо и логично быть. Блин, очень интересно. Привет, время обеденное. Хотите перекусить? Конечно. Я думала, ты не спросишь. Что, уже так поздно? Неужели мы опоздали? Девчонки! Бланк! Кормежки не будет. Дым! Стражницы, мы едины! Нет, нет, нет! Синий, хорошо!
А, да. Стоп, подожди, а там разве нету сестры его? Чего? Подожди, сейчас. На секундочку, сейчас, подожди. А, не-не-не, ошибся, нет. Мне изначально показалось, что как будто там... Да, это было ошибкой. Ватек! Как поживаешь? Какой-то ты синюшный? Мне нужно поговорить с Калебом. Его здесь нет. Скажи нам, Калеб, какой сюрприз? Ватек! Калеб, есть новости. Простите нас. Пошли есть. Эй, Бланк, вроде на крыше дохлый голубь. Корнишонки. А вообще странно, ведь идеал Элион – высокий, длинноволосый, блондин с голубыми глазами. И что? Калеб послушал, когда подавал салат, что Брайан среднего роста, рыжий, коротко стриженный, да, и глаза зеленые. А что, если они описывают сейчас Седрика? Нет, она сказала имя другое. Седрик не рыжий. Но я тоже сначала, когда сказала, что она влюбилась, я подумала, что Седрик... Типа, почему... почему нет? Он так ее трогал в конце прошлой серии. Она такая, ой, как приятно, нет, никогда я такого не испытывала. Нет, она сказала другое имя. Не Седрик. Я думаю, что это Седрик. Вот оно что. Седрик тоже проникнется... Влюбится в нее. И такой, не-не-не-не-не. Так оказывается, можно не только с Фобосом, то есть есть еще ну, и какие-то типа, другие да. чувства. Блин, прикол. Да, и возьмет и передаст его. Только... Ради любви, какая-то такая штука. С чего вы вздумали за мной шпионить? На случай, если ты поклялась Элион молчать. Надо идти. Мы обедаем, что за спешка? Кажется, Фобос нашел свою сестру. Ее имя Элион Браун. Не может быть! Она же всегда была с нами все это время. Ну это реально шок-контент, блин. Элион Браун, извините меня. Но... Кто бы мог подумать, простая девчонка с земли. Да, прикинь, Корнелли, какой удар. Он такой, не я? Да, она же принцесса. Не верю. Я знаю Элион всю жизнь. Она моя лучшая подруга. Сестра Фобоса, наследница престола, попала на землю больше 12 лет назад. Элион родилась здесь, в Хитрофилде. И она не знает, кто бы она ни была, она мне не враг. Но мы же стражницы, у нас долг. Что, предавать друзей? И если так... Элион и правда злая принцесса, почему ее до сих пор не забрали? Сперва им надо завоевать ее доверие. У истинной наследницы великая сила, хотя она об этом и не знает. А еще они взяли, что она злодейка. Наоборот же, мир Меридиана ждет ее как освободительницу некую. Ну, сейчас, наверное, ей это объяснят. Мне больше угорает, что бабка стоит, подслушивает. Да-да-да, и в нужный момент выходит. Вот сейчас им нужен мой комментарий. Прям как мы. Фобос вынужден быть осторожным. Не стоит недооценивать его коварство. Так значит, у нас есть время. Можно и не торопить события, так? Нет, Фобос подошлет к ней искусителя в человечьем обличии, и принцессу неосознанно будет к нему тянуть. Неужели ее новый дружок? Я говорил, это Седрик. Да, она другое имя сказала, и он не рыжий. Так Седрик же не называется в этом он мире. Он сказал, меня зовут Рик, можно Седрик в прошлой серии. Ну да. Зелеными глазами. Они сейчас в парке аттракционов. В парке? Там есть портал! Они как будто, знаешь, удивились, что они все... Ой, вы тоже удивились, да? Такое как-то я вскрикнула, и вы тоже, и мы как-то все вместе. О! Абрам Линкольн. 20 билетов! Должно хватить на час! Видишь, рыжий чел. Это не Седрик. Я все нарисовал картины, что они идут по парку. Седрик, ну что тебе купить? Конфетку. Выиграть для тебя игрушку. Давай. Ужасно. Такой, ты такой молодец, Седрик, ты такой молодец. И все такие, это ваша дочка? Он выиграл для нее самого большого медвежонка. Это моя подружка. И подарил ей медвежонка самого большого.
бедный пацан. Да, все сходится. А подожди, это же и есть Седрик. Седрик может же превращаться не только в ту форму, к которой мы привыкли. Ты смотрел, как он хитро смотрел? Да, это Седрик. А как? А он же ему не обязательно. Его основная форма, как мы выяснили, это змеиная шкура. А может, разные обличия, да? Да, он может вообще в стражниц превратиться. О, нет, он вообще мог в стражниц превратиться. Кто поговорил? Может, поднести к нему кристалл, и все сразу станет ясно? Нет, нельзя. Мы не можем показать чудовище тысячной толпе. Если он чудовище, то какой-то щуплый. При трансформации обличье может меняться. Типа, нет, давайте сразу его убьем. Но у них вечно такой прикол, когда, помнишь, они учителя завалили, да, просто потому что заподозрили, да, его. Да, я говорю, они сейчас девочки убьют очень мальчика торопятся. Невинного. Идем двумя группами. Одна к ним, другая сзади. Потом меняемся. А вы двое ждите здесь. Эллиот! Привет! Эллиот! Привет! Вилл, Корнелия, Калеб. Это Брайан. Очень приятно. Мне тоже приятно. Корнелия, ты в порядке? Да, нормально. Какая длина волос у Корнели? Ну, ниже попки, точно. Чьей? Ее. Очень длинный, метр. Да, ну классно. Два. Два метра. Когда мне нравилась Корнелия, как раз в том возрасте, у меня тоже такие волосы длинные были. Тоже ниже? Ниже попки. О, господи. Че, флешбеки? Да. У меня всегда сотрясение мозга, пена изо рта, когда я играю в эту хрень. Боже, пожрать, блин. Надо подойти поближе, на всякий случай. Синий туша очень заметна. Только не здесь. И Бланк с тобой. Привет! Нравится, да? Да, мне все понравилось. Хот-дог хочу. Ты всегда с ними тусуешься? Какие-то они сегодня странные. Ну, ты подружишься. Сомневаюсь. Мне к ней не подойти. Это не он! Это не Седрик! Это не он! Я говорю, он нормальный. А он тоже, он ревнует, там ходит, сталкивает. Мне к ней не подойти. Саша, 5 минут назад, я никогда никого не шиперил. Я не шиперил, не шиперуемое. А вот... Да, вообще, чего я шиперю-то, блин, Седрика и 30-летнюю девочку, блин. Да, Саша, что за хрень? Ты еще хуже, лучше вообще этот, лучше бы они все там в ЧБД, чем это. Рода, нужно отвлечь внимание. Эллиан ничего плохого не сделала, а мы выслеживаем ее, будто преступницу. Ты же слышала, что сказала миссис Лин. За ней придут враги. Я не слишком верю этим сплетням про Эллиан. Ты, помнится, не верила ей, что мы можем летать. А этот что молчит? Ах, простите, что спорю, мисс, закрывательница порталов. Слушай, мне тоже нравится Эллион. Бланк, Калеб велел ждать тебя наверху. Вилл, беда! Это дом с привидениями. Оттуда положено бежать с визгами. Да, от фальшивый монстр, а не от настоящей страшила. Да,
Ты поздно закрыл. Это не похоже на шелк. Нет, только не моя версия, нет. Кто-то успел пролезть. На баланке говорить страшило. Пойду проверю Элеон. Мы едины. Отвернулся. Ну да, им по 13, нафиг не это надо. Все, уже переоделись. А сейчас можно, ему уже по 20. Земля! У Халин тоже длинные волосы. Да. Земля, восстань! Пластик. Оно не горит! Вот я всегда задавался вопросом, откуда берется вся эта секреция? Чего? Ну вот откуда берется вся эта секреция в таких больших объемах? Саша, ты не понял, что я не поняла слово, ну, секреция? Что ты мне повторяешь заново? Ну вот это вот, что вот, чтобы это он не брызгал на них. Ну, прям ее много, а он обильно их поливает. Ну, блин. Помнишь, какой? У тебя же всегда есть слюна. Ну, не так, что... Ну, это его функция. И просто Человек-паук, помнишь, мы смотрели, он всего может очень далеко лететь на, или на шутерах, или как с Томми Магуайром, и вообще из руки. Да, из руки. Но я все время думал, откуда так много-то хоть? Вот вспоминаете, я всегда это задавался этим вопросом. Прям всегда. Вот знаешь, пролететь где-то, ну я не знаю, там несколько километров по Манхэттену, это сколько надо потратить? Ты весь потом устаешь. У тебя может тоже закончиться. Я вот думаю, вот будет иногда в каком-то сериале такой момент, что закончилось. Вода! Элеон, ты что-то совсем не заходишь в магазин? Привет! Я захожу к вам поплакаться, когда мне плохо. Но сегодня мне замечательно. Я рад это слышать. Нельзя выпускать его на улицу. Спасибо. Патек! Надо выманить его в центр и окружить. Блин, какая Тара не крутая. У нее вообще классная сила. Да, если так подумать... Но она в целом самоубийственная, да. Дальше я сам справлюсь. Не бояться, страшила! Вот тебе! Все-таки я жду в комментариях, что это такое, пожалуйста. Она вроде как и клейкая, и жидкая, и не понимаешь, что это такое. Ну, завтра еще погуляем вместе. Элеон, ты милая, но друзья у тебя какие-то бешеные. Извини. Эй, как погуляли?
девчонке, если Эйлин в опасности? Разве не надо ее предупредить? Блин, такая подстава. Он бросил ее из друзей, что за хрень. А с другой стороны, да пошел ты. Да пошел. Реально, пошел ты. Да пошел ты, дебил, что ли? Ты с друзьями встречаться, что ли? Но с другой стороны, да? С какой это? С его, с дебильной стороны. Это все равно отвлекает. Ну, вот. Они просто с ней здоровались пару раз. Ну да. Да, да пошел он, пошел. Да пошел он. Пошел. Седрик лучше. Опасно с Корнелией. Если мы скажем Элеон, что она принцесса параллельного мира, она решит, что мы рехнулись. Какой смысл? Согласна старане. А почему бы вам свое инкогнито не раскрыть? Мы же точно знаем, что она принцесса. И она отвезти вам... ее в Виридиан. Сразу к Фобосу. Да молчать. Ладно. Седрик, можно с тобой поговорить? Ну, конечно. Я хоть шучу, но мне внутри откровенно плохо. Это очень звучит кошмарно. Бедная, уязвимая девочка приходит за опекой. За поддержкой. Ей реально не с кем поговорить. Это же к библиотекарю какому-то. Причем не какому-то библиотекарю, а прям вообще вот к лолигончику жесткому. Зачем? Но она, может, не разбирается, это мы. Да, конечно, уже... она не разбирается, она маленький ребенок. Это мы уже просто запуганные все. Прохавные. Все закончилось! Мне понравилось. Я сегодня, знаешь, что заметил? Мне очень, очень классно. Причем намного качественнее, чем то, что мы до этого смотрели. Mm-hmm. Здесь прям вообще прикольно. Очень красивая Вилл, когда превращается, вот что я понял. Она такая красивая. Не заметила? Нет, я нет. Просто. Я смотрел на боевку и такой думаю, ладно, потом скажу. У меня две фаворитки. Это Вилл и это Хайлин. Не, Корнелия хорошая, хорошая, Корнелия. Мне просто Вилл вообще не нравится. Да? Ну, когда она превращается. Ну, просто сегодня я на нее по-другому. У нее мерзкий характер. У Вилл? Да. У Вилл мерзкий характер? Почему мерзкий характер? Не знаю, мне не нравится она. А что такого мерзкого? Она вообще мерзкого ничего не делает. Она постоянно как что-нибудь скажет, и я такая... Ну, мне не нравится она все. Что тебе не нравится? Ну, если ты хочешь, я буду говорить. Корнелия больше гадости говорит. Да, ну это прикольно. Это к месту. Да? Это забавно. Ну все, ладно, да. Хорошо. Ну, мне не нравится Вилл. Что вы сейчас не со мной сделаете, господи? Ничего мы с тобой не сделаем. А со мной что ты будешь делать? С тобой тоже ничего не собираюсь делать. Я просто говорю, что мне не нравится Уилл. Все. Все, мнение коллег-экспертов разделилось. Ладно, посмотрели. Чуть быстро мы сегодня посмотрели, да? Вообще просто на одном дыхании все пошло. Да, мы мало комментировали, потому что посмотрели. Мгновенно все пролетело. Ну а реально, до чего докапываться? Просто потрясающая серия. Все, будем смотреть дальше. Мне прям интересно, все прям пошло.